Всем огромный привет! С вами Ольга и канал Best Рукоделие. Сегодня мы с вами будем делать такие интересные резиночки для волос. Делать мы их будем в розовом цвете. Для таких бантиков я буду использовать ленту 2,5 см шириной. И нарезать буду на отрезке по 6,5 см. 16 штучек нам таких понадобится. И по 5,5 см 11 штучек. Сейчас я покажу вам, как буду делать лепесточки. Значит, берем изнаночной стороной к себе, складываем таким образом, примерно отступая на сантиметр, загибаю, и со второй стороны точно так же. И еще раз, только чуть ниже. С одной стороны и со второй стороны. Такой лепесточек у нас получается. Далее с помощью терморезки отрезаем все лишнее. Если у вас нет терморезки, ничего страшного. Все то же самое можно сделать ножницами и оплавить зажигалкой. Вот такие лепесточки у нас должны получиться. Из ленты 5,5 сантиметра точно так же делаем наши лепесточки. И у нас получаются вот такие лепесточки. Далее нам понадобится заготовочка из фетра диаметром 2 сантиметра. Также берем клеевой пистолет. И сейчас я покажу, каким образом я приклеиваю лепесточки. Большие лепесточки мы приклеили, и сейчас приступаем, будем приклеивать маленькие.
Приклеиваем таким образом, чтобы не закрывать серединку полностью. Почти готов наш цветочек, нам остается сделать только серединку. Для нее у нас осталось 3 лепестка, и мы их между собой склеиваем. Вот такая у нас будет серединка. Также нашу серединку мы немного обрезаем и приклеиваем вот в это углубление, которое у нас получилось в центре. И у нас с вами получается роскошный цветочек для резиночки. И все, что нам остается, это приклеить саму резиночку. Вот такая чудесная резиночка у нас с вами получилась. Если вам нравится то, что я делаю, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте также нажимать на колокольчик, и тогда вы первые узнаете, что на моем канале вышло новое видео. Всем удачи, пока-пока!